Почти 200 тысяч гривен за уличные фонари. Столько потратили местные власти в селе Николаевка-1 Днепропетровской области. Купили 25 штук по 8 тысяч гривен каждый. Такая цена вызвала подозрения у активистов, ведь точно такие же в интернете можно приобрести значительно дешевле, от 800 гривен за штуку. Мы заинтересовались этой закупкой и проводим свое расследование сделки. О результатах сообщим в ближайших выпусках подробностей. Что выглядит весьма непрозрачным. Естественно, 25 светодиодных светильников за 200 тысяч гривен наверняка никак не помогут энергосбережению этого села, поскольку на них потрачены такие огромные деньги.